Наш отряд «Рейд» в ходе проведения весенней вахты памяти стоял на Волховском фронте, недалеко от рощи Круглой, где проходили ожесточеннейшие бои с 1941 по 1943 года. Здесь сражались герои, которые пытались прорвать блокаду Ленинграда. В ходе вахты памяти нам удалось обнаружить и поднять красноармейцев, и у троих из них оказались медальоны. К сожалению, два из них оказались пустые. Но в одном оказался бланк. Мы его обязательно прочитаем. Приедем в город, отсканируем и узнаем имя героя, который сложил голову здесь, на Волховском фронте. Oh!